Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми спілкуємося з очільником міста Кам'янського Андрієм Білоусовим. Вітаємо вас. І сьогодні говоритимемо про сферу складну і неблагодатну житлово-комунальну. Скажіть, будь ласка, що вдалося зробити за останні чотири роки і чи співпали намічені цілі з тими, що реалізували? В цілому можна сказати, що те, що. планировалось сделать. Большая часть на сегодняшний день действительно удалось сделать. Основная проблема нашего города в жилищно-коммунальной сфере, когда я стал мэром первое, это было неработающие лифты. То есть в городе более 20 лет не работало порядка 100 лифтов. Мы, нам удалось полностью за последние 4 года решить эту проблему. Вторая проблема — это, конечно же, текущие кровли. Мы отремонтировали капитальным ремонтом более 100 кровель. Эту работу необходимо продолжать, так как необходимо еще капитальным ремонтом отремонтировать порядка 100 крыш. Эта проблема находится в стадии решения. Одна из проблем была это состояние наружного освещения города. Четыре года назад город освещался всего только на 15%. На сегодняшний день город освещен на 85%. Нам удалось за это время восстановить освещение на 444 улицах и осветить более полутора тысяч то есть у нас практически полностью освещен многоэтажный сектор, это улицы и дворы. И в данный момент мы уже занимаемся освещением частного сектора. Мы приступили к капитальному ремонту наших улиц. Я думаю, что сейчас уже, может быть, мало кто вспомнит, но Черемушки, улица Николенко невозможно было проехать. Улица Запорожская, здесь в центральной части города невозможно было проехать. На левом берегу это улица Независимости и так называемая пьяная дорога, где вообще был узкий проезд только в одну машину. И там постоянно возникали пробки, особенно в период. Улица Целковского была в ужасном состоянии. Верх улицы Медицинской. Даже по проспекту Свободы, фактически, это центральная часть улицы, она также была в ямах. В данный момент нам необходимо, самый важный вопрос, это сделать улицу широкую. Она идет в промышленную зону, но, тем не менее, каждый день там автобусы перевозят людей на работу. В этом году мы также займемся этой улицей. То есть, по факту, сделан большой объем работ за эти прошедшие четыре года но я также прекрасно понимаю что впереди у нас очень много работы Ну, ось незабаром, якраз стартує сезон ремонту доріг, да? яким дорогам приділити найбільше уваги, це буде капітальний ремонт, чи це буде латання дірок, і скільки коштів заплановано в бюджеті. В бюджеті заплановано 52 мільйона. В даний момент вже подрядчик працює в ближайшую неділю. Та яка яку для того, щоб повністю ліквідувати. Звісно ж, це ті порядка 66 вулиць, по яким движеться громадський транспорт, ми будемо проводить текущий ремонт, проводить этот ремонт картами для того, чтобы те участки, которые требуют ремонта, они ремонтировались. Уже два місяці поспіль закликає владу на місцях долучитися до процесу скорочення тарифів і каже, що у платіжках сума має зменшитися на 30%. Чи дослухається Кам'янське до рекомендацій зверху, і чи переглядали тарифи? Ми також знижали тариф за декабрі місяць, в январі місяці, ві у зв'язку з тим, що фактично вже зінява погода була приблизно вона, звісно, була вище, ніж за періоди, но температура в среднем составляла там, примерно там, 0-2 градуса, то уже каких-то таких больших предпосылок для снижения по температурному графику не было. И в чем еще состоит проблема именно в нашем городе? В том, что 70% тепла наши тепловые сети вынуждены покупать. 30% производится на коммунальных котельных, а 70% это покупное тепло ТЭЦ азота и нашей центральной ТЭЦ. И самое прискорбное, что эти два источника тепла, которые не принадлежат городу и которым тарифы устанавливают НКРЕ, они не снизили свои тарифы на тот процент, о котором ведет речь наше правительство. Они не только их не снизили, они повысили тарифы с Нового года. Точнее, НКРЕ повысила им тарифы. И получается, что по факту мы, мы должны были вообще свой тариф еще пересматривать, потому что мы сейчас вынуждены у них покупать тепло гораздо дороже, чем у нас заложено в нашей себестоимости покупка ихнего тепла, чего мы на сегодняшний день не делаем, понимая, как бы весь тягарь этого вопроса и стараясь компенсировать эту разницу за счет бюджета. Поэтому основная задача в нашем городе, чем мы уже занимаемся в течение последних двух лет, это децентрализация отопления и в первую очередь отказ от покупного тепла. Скажите, будь ласка, Які проєкти ви реалізували у тепловій сфері? Можливо, якісь котельні термомодернізували, чи переводили на альтернативні види палива. І, і можливо, чи ви плануєте наслідувати досвід марганця та покрова, які вже котрий рік поспіль відмовилися да, від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне? Мы планируем частично наследовать досвід марганца и покрова, потому что наш город в 5 раз больше, чем марганец и покров. Эти города перешли полностью на индивидуальное отопление. Мы не можем себе позволить полный переход на индивидуальное отопление, потому что это не выдержат электрические сети. Облэнерго для того, чтобы подготовить сети в полном объеме, понадобится очень длительный срок. Поэтому у нас в городе будет смешанная система отопления. Суцгород и бам. Облэнерго сейчас полным ходом ведет реконструкцию своих сетей. В следующем году уже будут отапливаться полностью за счет индивидуального отопления. На левом берегу у нас сохранится централизованное отопление, но мы планируем путем поиска инвестора провести реконструкцию нашей левобережной котельной путем перевода ее на использование альтернативных видов топлива сохранит там централизованную систему теплоснабжения, но за счет отказа от газа это даст возможность снижения тарифов для нашего населения. И центральную часть города мы планируем часть города оставить на централизованном отоплении, но путем строительства котелин, которые будет работать на пилетах, а часть города перевести на электро- там, или газовое индивидуальное отопление. Давайте перейдемо від тепла до води. Скажіть, які проєкти з водозабезпечення та покращення якості води в Кам'янському планують реалізувати найближчим часом? Ну, Насчет якості води ми не производимо в Кам'янському воду, ми покупаємо готову воду від нашого аульського водозабору. Якщо говорити про якихось проблемних питаннях по водоснабженню, це Романкова. в летний период, когда идет большой разбор воды на полив, там падает давление и уже был начат реализован первый проект строительства насосной и частичной сети в этом районе. Сейчас необходимо реализовать второй и третий этап. Буквально неделю назад сессия областного совета уже приняла решение о принятии нашего Горводоканала в областную собственность, поэтому, соответственно, весь тягарь по содержанию нашего водоканала ложится на областной бюджет. Нам наш водоканал обходился порядка 60 миллионов гривен в год. То есть, представьте, эта цифра даже больше, чем мы можем позволить себе на ремонт дорог. И начиная с этого года все эти затраты будет нести областной бюджет. Во-первых, мы навсегда забудем об угрозе любых отключений, которых нам постоянно пугали, как не энергетики, так и аульский водовод. Теперь мы, слава богу, у нас будет в этом плане, по крайней мере, мы знаем четко, что что угрозы отключения ни со стороны энергетиков, ни со стороны производителя воды не будет. И за счет того, что областной бюджет обеспечен там, в десятки раз, условно, большим ресурсом, чем наш городской бюджет, он сможет, я считаю, большее количество средств вкладывать в реконструкцию и содержание сетей водоснабжения и канализации. Кам'янчани, що мешкають у віддалених районах міста, да нарікали, що у них є певні проблеми з добранням на роботу, особливо в час пік. Як вирішуєте цю проблему? Хочу сказать, что 4 года назад на линию выходило 12 трамваев, сейчас выходит 23. Сейчас, конечно же, надо заниматься уже обновлением трамвайного парка. В этом году мы планируем 6 вагонов купить новых. Мы хотим взять кредит в Государственном банке под эти цели. И 3 вагона взять бэушных из Европы, которые прошли капитальный ремонт. То есть в наших планах, по крайней мере, мы ставим перед собой такую задачу. 9 вагонов, то есть, скажем так, порядка на 40% обновить полностью наш трамвайный парк. Также в прошлом году мы впервые начали закупать новые коммунальные автобусы. Нам поддержал в этом вопросе наш металлургический комбинат. Мы закупили 20 автобусов. В этом году мы хотели бы закупить 30 автобусов и также... Наши частные перевозчики также в этом году планируют обновить свой автобусный парк, который у них есть. Поэтому наша основная задача это обновление как трамваев, так и наших автобусов, которые переходят наших жителей. Я считаю, что в этом году мы в этом вопросе должны такой сделать ну, большой, скажем так, сдвиг в сторону улучшения транспортного обслуживания нашего населения. які куточки для дозвілля городян ви привели до ладу, і вони стали окрасою візитівку Кам'янського? За це час ми десь реконструювали, десь фактично построїли з нуля, десь привели в порядок 18 нових зон відпочинку во всіх частинах міста. Це лівий берег, це і центр міста, це і Суцгород, це і вулиця Каліусовська, це і Романкова, це і нові сквери, такі як, наприклад, сквер по вулиці Глаголєва. или мини там такая зона отдыха на поселке строителей или небольшая зона отдыха на улице Калиусовской или на Баме мы открыли сквер небольшой Косковый местечко привели в порядок здесь сквер напротив заводского райотдела имени Лясоты привели в порядок сквер возле нашего бассейна возле дворца тенниса СК «Прометей». Построили фактически парк счастья на левом берегу. И я постоянно делаю объезды, обходы города. И действительно ну, радостно видеть то, что тысячи людей гуляют на улице. Им есть куда пойти и есть где провести время со своими друзьями. Есть возможность просто выйти и отдохнуть. Ну и запитание на устанок. Скажите, что, вы считаете найбільшим наибольшим успехом своим у житлово коммунальной сфере? Ну такие объекты, как реконструкция городского парка, как реконструкция спорткомплекса Прометей, как строительство того же той же арены Евробаскета на сутц таких спорткомплексов подобных в области нет, как реконструкция тех же двух бассейнов, которые мы сделали в нашем городе, 15-44 школа. Возродили, 12 лет у нас проставил дворец культуры именно Горько. Горько мы его полностью фактически, там, можно сказать, из руин восстановили. И сейчас он полностью работает. Это вторая сцена нашего театра. Мы сделали в городе три ЦНАПа, не было ни одного. Не только сделали, но два из них полностью за счет бюджета реконструировали, отремонтировали внешне, внутренне, впереди сделали благоустройство. То есть такие более знаковые объекты, конечно же, они останутся в памяти людей. Впереди у нас большие планы. Это по переводу всего наружного освещения города на LED-освещение, утепление зданий наших школ, садиков и больниц. Мы сейчас занимаемся получением кредита Европейского банка. В этом году уже будет разрабатываться ТЭО, проектно-сметная документация. В следующем году мы начнем реализовывать эти проекты. Мы открыли два новых детских садика. С нуля построены в Романкова возле 27-й школы и Зоренька на Черемушка. Конечно же, эти объекты останутся. То есть такие объекты останутся. Останутся в памяти людей именно крупный инфраструктурный объект, особенно те, которые в принципе раньше не было. Дякую вам за відверті відповіді. Бажаю вам, щоб все задумане ви втілили в життя. І нехай вам щастить. Спасибо. Сьогодні говорили з міським головою Кам'янського Андрієм Білоусовим про життя міста. Залишайтеся з відкритим і на все добре.